всем. Очень приятно встречаться с такой подготовленной, надеюсь, знающей аудиторией. Так, студенты, наверное, уже старших курсов, да, второй, третий, четвертый. Первый курс, да? Нет, тут есть. Так, если первый курс, то я хотел бы вас сразу сориентировать. Я сам выпускник исторического факультета 97-го года. История была, так скажем, после моего окончания вуза. Я был востребован. Востребован был почему? Потому что знал, увлекался историей. Если вы проявите тоже чуточку уважения к избранной вами профессии, не просто так получить высшее образование, а серьезно займетесь историей нашего Отечества, истории республики. Это очень востребованная тема. Я думаю, что вас тоже будет ждать очень такой вот взлетный карьерный рост, уважение, авторитет среди ваших домашних, друзей, знакомых. Ну, немножко перейдем к нашей теме, немного отвлекся. Сегодняшняя наша выставка, она приурочена к знаменательной дате, которую мы будем все с вами отмечать, 9 мая. Это День Победы в Великой Отечественной войне, раньше называлась